Про таких во времена Советского Союза говорили: спортсменка, комсомолка, красавица. У Ксении Гетмановой из Москвы необычное увлечение. Она арбитр по регби. Причем вот уже 3 года судит матчи не только женских команд, но и мужских. Вначале было, конечно, немного страшновато, когда начинала судить мужчин. Но сейчас уже попроще, просто даешь уверенные свистки, уверенные движения, и как-то ребята в основном слушаются, потому что уровень игроков тоже подрос, естественно, не понимая, за что нарушение, и слушаются судьи. В Ульяновск Ксения Гетманова приехала с важной миссией – работать на матчах отборочного этапа Всероссийской универсиады по регби-7, одной из самых популярных разновидностей регби в студенческой среде. В этом году за путевку в финальную часть универсиады борются команды более 50 отечественных вузов. Игра довольно доступная, несмотря на то, что кажется, что она травматичная, это не так. И мне кажется, благодаря своему статусу олимпийского вида спорта. И не очень много человек на в команде, всего 7 на поле, то есть 10-12 человек всегда можно найти. Во Всероссийской универсиаде Ульяновская область представлена пока одной командой. Это сборная педагогического университета. Костяк коллектива – игроки главной областной команды – Симбирск. Правда, соревновательного опыта у студентов-педагогов пока мало. Для большинства из них это третий официальный турнир в карьере. Это их шанс пробиться в жизни, потолкаться. Как молодое животное, всегда старается победить соперника, а регби – это всегда контактная борьба, мужская борьба. 4 матча, 4 битвы. В соперниках ульяновцев – пермяки и кировчане, гости из Чебоксар и Екатеринбурга. В итоге побед и поражений ульяновцев оказалось поровну. 2 успеха, 2 неудачи. И в итоге почетное 3-е место. То, что мы победили, для меня такая небольшая сенсация, потому что парни хорошие, перспективные, но очень мало опыта. Очень специфичная игра регби-7, нужно много думать, должна быть коммуникация хорошо развита и понимание игры. А главными героями отборочного турнира стали студенты из Перми и из Кирова. Они пробились в финал. Правда, упорной борьбы не получилось. Уральцы праздновали убедительную победу со счетом 31-5. Но именно эти 2 команды и поедут на финальную часть универсиады, которая пройдет в июле в Белгороде. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.